Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Дуван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об авокадо. Но поговорим мы с вами не о его пищевой ценности, ценности для косметологии, для кожи, для организма и так далее, и так далее. Все это, безусловно, в нем присутствует, а поговорим с вами о той ценности, которую авокадо представляет для наших садово-огороднических дел. Дело в том, что авокадо, будучи близким родственником лавра, как и лавр в составе частей растений, растения содержат различные биологически активные вещества. И одно из таких веществ, содержащихся в листьях, в кожуре и в косточке авокадо, является сильное фунгицидное вещество, называемое персин. Благодаря этому плоды авокадо могут сохраняться очень-очень долго, не подвергаясь каким-либо гнилям. Конечно, любые природные фунгицидные вещества не являются абсолютно фунгицидными. На них всегда найдется кто-то, кто их потребляет в виде источника энергии. Однако же для многих источников болезней, для возбудителей болезни растений, это вещество персин является весьма и весьма токсичным. Имейте в виду, что и для человека вещество персин, содержащееся в кожуре авокадо, а также в косточке, является токсичным. Можно встретить на форумах, сайтах и блогах информацию, что косточку авокадо можно потреблять в пищу. Это ужасно, это очень плохая информация. Ведь там содержится персин, и в случае потребления этой косточки в большом количестве можно получить очень серьезное недомогание, отравление. Никогда так не делайте. Еще хуже, если кожура, косточка или листья авокадо попадут в пищу животным, а также птицам, очень чувствительны к персину, кролики, а также домашняя птица. Не скармливайте кожуру авокадо и косточку, хотя она содержит множество масел. Они очень полезны для кожи, для наружного применения, являются источником витаминов и жирных кислот полезных. Но только после очистки, только после избавления вот от подобного рода веществ. Поэтому не заблуждайтесь, не давайте эти части авокадо домашним животным. Приготовление препарата на основе авокадо является достаточно простым. Хотя информация о том, что персин обладает фунгицидными свойствами, не является такой уникальной, да, она достаточно распространена. Однако же точных рецептов, как использовать это свойство кожуры и косточки авокадо в саду и огороде, нигде не написано. В этой связи нам пришлось провести целое исследование, чтобы изучить, как эффективно приготовить препарат на основе кожуры и косточки авокадо. Оказалось, что когда вы снимаете кожуру и выделяете косточку авокадо, не стоит их высушивать. При этом происходит окисление компонентов кожуры и косточки, особенно вот этой коричневой части, которой покрыта косточка, и активность очень сильно падает. Поэтому после того, как вы очистили плод авокадо, вы, пожалуйста, соберите косточку, соберите кожуру и заморозьте. Для приготовления 10 литров раствора для обработки растений против фитофторы, кладоспориоза, фузариоза, серой гнили, различных других болезней, мы, по крайней мере, испытали эти 4, и эти 4 чувствительны к персину. Может быть, он поможет и от парши, может быть, он поможет от каких-то заболеваний плодовых кустарников. Сложно сказать, это очень масштабное исследование надо провести. Мы, по крайней мере, основные базовые болезни овощных культур испытали. Так вот, для приготовления 10 литров раствора для обработки, для опрыскивания, вам понадобится 5 вот таких вот плодов, а вернее отходов от плодов авокадо. То есть 5 штук среднего размера. Вам необходимо разрезать плод авокадо, так как это делается обычно. Вскрыть его,
кожура авокадо обычно выбирается вот отсюда ложечкой, да, выбирается, но не старайтесь выскребать слишком сильно плод авокадо, чтобы какие-то количество персина все-таки не были подхвачены вместе с частичками кожуры и не попали к вам в пищу. Очень важно, выделяя косточку, сохранить вот этот верхний коричневый налет. Он важен, в нем содержится значительное количество персина. Также вы выделяете косточку из плода авокадо. Ну вот я ее вырежу сейчас. И вы с ней можете поступить двояко. Либо вы ее замораживаете вместе с кожурой, либо до заморозки берете молоток и как можно мельче измельчаете. Ну, для меня оказалось самым удобным это использовать молоток. Единственное, что для того, чтобы молотком по ней как следует тюкнуть, чтобы эта косточка не летала по кухне, по коридору, где вы это будете делать, ее надо немножечко поверхностно подсушить, ничего страшного, чтобы она перестала быть такой скользкой. Если вы ее, ну, либо можно положить ее в какой-то мешочек, холщовый, там еще куда-то. Но, как правило, если полиэтиленовый тонкий, вы начинаете колотить по ним молотком, то этот мешок очень быстро разлетается в сторону. Либо вы можете ее заморозить и в замороженном состоянии затем измельчить. Кожуру также можно порезать ножом и измельчить для того, чтобы из нее готовить экстракт более эффективно. Для приготовления экстракта 5 косточек и 5 остатков от авокадо, от 5 плодов авокадо, вы должны положить в литр воды и прокипятить измельченную косточку и нарезанную кожуру примерно в течение 5-7 минут, не больше, и оставить остывать. Персин является очень плохо растворимым веществом, поэтому экстрагируется достаточно сложно. Оказалось, что добавление 1 столовой ложки соды, обыкновенной пищевой соды, в процессе выборки кожуры является хорошим средством для увеличения экстракции персина из кожуры и косточки. После остывания вы все это процеживаете, доводите до 10 литров воды, можно туда добавить мыло хозяйственное в количестве от 50 до 100 грамм, разболтать это все как следует и использовать для опрыскивания ваших растений. В случае напряженного инфекционного фона вы можете проводить такие опрыскивания каждые 7-10 дней. В случае, если это профилактика, можете опрыскивание делать и реже, а также чередовать с различными другими обработками. Имейте в виду, что персин оказывает негативное действие также и на триходерму. Поэтому одновременно с персином или при чередовании вы можете использовать только бактериальные препараты на основе желательно сенной палочки или на другой основе, если хотите, на основе псевдомонад, еще каких-то других бактерий, но только не грибы, потому что и метаризиум, и триходерма подавляются действием персина. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, что наш способ поможет вам здорово поддерживать состояние ваших растений без применения химически синтезированных пестицидов. Задавайте свои вопросы, если что-то осталось непонятным, обязательно постараемся вам все пояснить. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего.